Метеорологи дают новые прогнозы. По сообщению гидрометцентра Северного управления, вскрытие реки Печоры в районе порта Нарьян-Мар ожидается в период с 19 по 21 мая. Голова основного ледохода на Печоре развивается на участке Кушор-Чельябош в 600 километрах от Нарьян-Мара. Голова местного ледохода на участке Новобор-Йормицы в 150 километрах выше Нарьян-Мара. Ниже по реке до Тошвиски-Подвижки, до Осколкова ледостав с закраинами. За прошедшие сутки уровень воды в Оксино поднялся на 43 сантиметра. На Нарьян-Маре в районе Городецкого шара на 27 сантиметров. В Андиге вода прибыла на 21 сантиметр, в Харуте на 18. В Коткино наблюдаются подвижки и разводья. Поднялась вода в Харивере, Тошвиске, Великовисочном, Лабышском и Хангурее.